Экс-президент Бразилии Лула да Сильва, осужденный на 12 лет за коррупцию, сдался властям и начал отбывать наказание. Политик должен был добровольно явиться в полицию еще позавчера, однако скрылся в здании Дома профсоюза в пригороде Сан-Паулу. Спустя сутки да Сильва все-таки решил сдаться, однако удалось это ему не сразу, поскольку сотни его сторонников блокировали здание, не давая автомобилю отъехать. Лула да Сильва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 год. Свою кандидатуру он намеревался выдвинуть вновь на выборах в октябре. По прогнозам экспертов, он получил бы высокую поддержку, не менее 36%. Я делаю это сознательно. Если не сдамся добровольно, они скажут, что я скрываюсь. А это значит, что мне есть что скрывать. А это не совсем так. Я хочу прийти туда и увидеть их лица, посмотреть им в глаза. Они должны понимать, что я их не боюсь, и докажу им свою невиновность.